Патриотическое шествие «Бессмертный полк» уже в шестой раз проходит по всей России, с каждым годом привлекая все новых участников не только в нашей стране, но и в мире. Свою лепту традиционно внес и Десногорск. Сегодня эта людская река родилась по улицам Десногорска. И стар, и млад, плечом к плечу, выражает свою дань героям той самой войны. Более тысячи горожан в едином порыве прошли по городу, неся в своих руках портреты своих родных и близких. В такие моменты ощущается особое теплое чувство единства горожан, гордости за свою страну и за свой род. Хотелось бы, чтобы это продолжалось всегда, пока мы помним что-нибудь, они будут жить и никогда не будет войны. Будем на это надеяться. Что такое война? Это узаконенное право на убийство и быть убитым в любой момент. Это вообще ужасно. Это настолько противоестественно. Самый великий праздник для всего человечества. Ветераны, представители городских организаций, школьники и все неравнодушные прошли единой колонной от второго микрорайона города до Кургана Славы. Торжественное шествие призвано сохранить память о Великой Отечественной войне, о всех тех, кто боролся за освобождение нашей Родины и победил. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Григорий Ширин, Светлана Разганова, Десна ТВ.